Ребята, всем привет! В этом уроке мы с вами попробуем разобрать прием свип. И для этого мы с вами возьмем два звена вот такой последовательности. Вот. И потом играем на полтона, но немножко другую последовательность. И так далее мы с вами уходим. По полутонам все вниз, вниз и вниз. До той ноты, до которой вам хватит растяжка левой руки. Значит, смотрите, какой здесь идет у нас с вами принцип работы. Во-первых, когда вы играете на шестой, мы начинаем с вами играть с шестой струны. Шестая, пятая, четвертая струны мы с вами играем квинты. Потом снова. Потом дальше малая секунда. На полтона уходим. Вот получается. Переходим на третью струну. У нас получается с вами 12 лад. Затем дальше приходим безымянным пальцем на 15 лад. Уходим на 12 лад первым пальцем. И в 17 лад приходим ударом вверх. Здесь мы с вами меняем удар. И снова дублируем эту ноту. Затем дальше делаем пул. И возвращаемся по тем же самым нотам. Затем, смотрите, движение здесь идет септолями, то есть на одну долю мы с вами играем 7 нот. То есть это получается, если мы возьмем метроном, поставим, получается, что у нас с вами будет 12 лад, это первое, это стук, и также будет стук на мизинец, на второй мизинец, именно когда мы с вами играем удар вниз. То есть получается... Таким образом мы с вами спускаемся. Теперь немножко поближе разберем сам пассаж, посмотрим, из чего все-таки, какие особенности следует делать при игре этого пассажа. Значит, смотрите, у нас получается само ребро ладони у меня идет вот под таким углом здесь. То есть получается, что я мутирую вот эти струны, шестую, пятую, четвертую. Вот, в этот момент. То есть если я это делать не буду, будет вот что. То есть эти звуки, они у меня будут просто сливаться. Для того, чтобы этого не было, мы с вами правую руку ставим на машинку гитары, на порожек этот. И постепенно сразу же опускаем струны. Оп, для того, чтобы нам перейти на другую струну. Вот, то есть мы переходим с вами, смотрите, какие нотки мы играем. Вот, доходим сюда, потом прыгаем на 17 лад. И все, и назад. Вот, для того, чтобы у вас теперь первые струны не звучали, когда вы играете на... Когда вы отпускаете пальцы. Во-первых, мы... Когда вы переходите с первой струны на вторую, то безымянный палец мы с вами ставим так, чтобы его кончик слегка прикасался к первой струне. Таким образом, первая струна у вас не даст никакого звука. Если мы сделаем по-другому, то будет, смотрите, что? Будет грязь. Вот. То есть струны начинают звучать и оставлять за собой звук. А таким образом, если я палец сюда ставлю, то получается, смотрите, что. Оп. Точно так же первый палец я ставлю на третью струну и слегка задеваю вторую струну. То есть тем самым я глушу вторую струну, потому что первая уже она заглушена у меня безымянным пальцем. Вторая струна глушится первым пальцем фалангой. И дальше... И дальше то же самое, то есть мизинец я ставлю на четвертую струну, мизинчиком я глушу, получается, третью струну. Дальше вторым пальцем я глушу четвертую струну, ставлю в пятую струну. И прихожу в шестую струну, удар вверх в правой руке. И затем дальше начинаю снова играть. То есть получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 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 Удары вниз все. Обращаю ваше внимание на то, что свип мы играем так, чтобы у вас палец был вот в таком положении, что когда вы играете свип, вы должны играть правой рукой так, чтобы упираться в следующую струну. То есть не так мы играем, то есть как будто со скоком. То есть свип правильно играется так, чтобы у вас медиатор опирался на следующую струну. Это очень важно, чтобы звук как раз был ровный, чтобы вот он идет. Видите, у меня уже медиатор, он прилетел на следующую струну, на пятую. То есть с шестой на пятую я играю. Оп!
Вот. И также с пятой я играю на четвертую. Затем дальше третья струна у меня уже вот она готова. Вот. То есть никаких отскоков от струн не должно быть. То есть вот такое движение, это неправильное движение. Учтите. Поэтому вы доиграли. Сюда доиграли. Дальше движение вверх идет на 17 лад. Потом снова сыграли вниз, сделали пул. И далее тот же самый принцип у вас, играть вверх. Движение вверх правой рукой. То есть мы играем с вами, вот у нас прошел удар. И далее вторую струну я цепляю и играю так, что у меня медиатор опирается на третью струну. Вот я сыграл вторую струну и оп, пришел в третью. Дальше играю третью, прихожу, опираясь с опорой в четвертую струну. Также четвертую прихожу, играю в пятую. Пятую в шестую. И шестую ухожу, то есть не опираюсь никуда. Ну, у вас, в принципе, наверное, некуда будет опираться. У меня еще есть седьмая струна. Вот. И дальше по кругу это движение делаю. Затем далее мы с вами переходим все то же самое, только на полтона. Но уже у нас меняется сама аппликатура. То есть, получается, по сути дела, вот эти все квинты, которые мы с вами играли от 12 лада, мы их так и сохраняем. Но далее у нас в этой, в 12 позиции был 12 лад, то есть минорный аккорд. А здесь у нас, получается, уже мажорная терция будет этого аккорда. То есть это у нас общий звук получился вот с этим аккордом, поэтому и звук получается хороший. Достаточно так звучит интересно. Так, и дальше мы играем с вами. Переходим от этой нотки на квинту. Здесь у нас может играть мизинец или безымянный палец. Но я играю здесь мизинец сразу же. То есть мне удобнее и так играть. Сразу же я пришел сюда. 15-й лад и возвращаюсь по тем же самым нотам, по которым я пришел. Обращаю ваше внимание, что в правой руке, в принципе, мы играем все те же самые приемы, которые играли и в 12-й позиции. Поэтому здесь от этого аккорда я не буду подробно это все разъяснять, потому что все у нас уже было разъяснено. И теперь смотрите, то есть как только вы это все сыграли, дальше вам нужно будет всю эту схему сдвигать по полутонам. То есть получается, сначала мы сыграли первая схема, это минорная схема. А от 11-го лада это мажорная схема. Затем далее, это у нас получается как некий такой шаблон, как, пускай это будет блок. И вот этот блок мы с вами сыграли от 12 лада, 12-11. Потом такой же блок мы играем, у нас получается 10-9, то есть 10 лад, соответственно, это минор. 9 лад, это у нас мажор, получается. Затем опять мы играем с вами то, все то же самое, то есть получается 8 лад минор, 7 лад мажор, потом снова 6 лад минор, там, 5 лад мажор и так далее. И то же самое по такому же принципу мы с вами возвращаемся назад. То есть это вы можете играть от любого лада, то есть как вам больше нравится. И в принципе достаточно интересное упражнение, развивает очень сильно прием свип, координацию и ритмику, потому что здесь надо играть нечетное количество нот, то есть по 7 нот, это септоль, то есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и опять то же самое по кругу вы играете. Значит, что еще можно здесь сделать? Это можно также вставлять в ваши импровизации, в соло, или же просто какую-то украшать музыкальную композицию вот этими штуками. Особенно если это вы запишете каким-то дабл-треком, то это будет звучать очень красиво и эстетически. Желаю вам удачи, успехов, чтобы этот прием у вас получался. Пока.